Was wissen wir über die Ukraine, über den Krieg im Donbass, das Abkommen von Minsk, über den Konflikt zwischen der ukrainischen Armee und den sogenannten prorussischen Separatisten in Donetsk und Lugansk? Die spärlichen Informationen, die uns erreichen, stammen zumeist von den offiziellen Presseagenturen. Nur wenige Journalisten wagen sich auf die andere Seite der Front, um mit Bewohnern im Donbass zu sprechen. Wir sind in diesem Winter dorthin gereist. Der Sänger Viktor Vorobayev nahm uns in seinem Taxi mit. Странный мир не поймет, что ведут с ним игру. Хрупкий мир обречен, он ушел на войну. Этот мир на краю, он уже весь в огне. Душу губит свою на безумной войне. Дай же, Боже, нам сил повернуть время вспять, чтобы мир вновь ожил, чтобы он смог дышать. Дай же, Боже, нам сил. Украина захватила Иловайск. Практически тут тогда не было еще ни сопротивления, ни войск, и они легко взяли его. А потом пришлось отбивать город, он, конечно, пострадал. Они же хотели отрезать Донецк от границы, но этого им не удалось сделать. Что осталось после боев. Школу сейчас отреставрировали, абсолютно целая. Пуля дура нашла и меня. Рядом с телом стою и молчу. Друг куда-то тянет меня. Я за другом послушно бреду. Врач растерянно руки развел, но молитву как смог прочитал, и я сразу на небо ушел. Там когда-то уже я бывал, дамы войны света небесная рать. Правом данного неба мы будем стоять. За Россию, за Киев и гордый Донбасс вновь идет на войну небесный спецназ. Скажите еще про этого человека в Днепропетровске, с которым вы были в гостинице. Подполковник ВСУ? Да. Пришлось мне ночевать с ним. Вернее, он не спал, а всю ночь мы до полуночи разговаривали. В процессе разговора он, конечно, меня удивил тем, что его настрой, или, по крайней мере, может быть, он передает пожелания, не пожелания, а всего руководства военного о том, что они будут воевать до победного конца. Я говорю, до какого победного? Пока у нас не останется гражданского населения. Я говорю, вы же убиваете в том числе и гражданское население. Только в Донецкой области погибло 66 детей. Он на это ничего не ответил. Говорит, мы воюем с Россией. На мой логический вопрос, почему не воюете тогда в Крыму, он сказал, что мы не можем воевать на два фронта. Не хватает сил. В настоящий момент он занимается мобилизацией и организацией мобилизации по крупным городам. Сказал, что желающих воевать все меньше и меньше, но тем не менее, каким-то образом они собираются воевать до победного. Мариновка – это один из контрольных пунктов, там были высоты. Они просматривались очень хорошо, то есть там притащить технику было, то есть там было совсем все по-другому. Там серьезные укрепления были, серьезные войска, там стояла кадровая армия. На самом деле, не знаю, как их уговорили, ну, в принципе, военные им приказ дали, они пошли.
Ну, это было самоубийством просто-напросто. То есть я не знаю, на что они рассчитывали. Либо они рассчитывали на помощь Америки, либо они рассчитывали... Я вообще не знаю, на что они рассчитывали. То есть они всерьез готовились воевать. То есть да, они подтягивали, то есть боеприпасы, там, натовские пайки, там их куча было сожженных вот этих американской помощи натовской, вот этих пайков, там их было немерено. Но это им не помогло. Им абсолютно это не помогло. Их взяли там в окружение, и всех просто, блин, там никто не ушел оттуда. Никто там не выжил. Те, что сдались в плен. Поляки, кстати, первыми сдались в плен. Они только поняли, что уже все. Они договорились с российской стороной, что их по-тихому туда выведут. То есть они типа сдают оружие, там, скажем так, они не воюют, они уходят. То есть я не знаю, как они умудрились. Но они просто кинули всех, да, и ушли. Вот эти наемники, ЧВКшники. Ну, естественно, остались украинцы, идейные там и все остальное. Их же отбирали, формировали. То есть если процент хотя бы 30 идейных части, ну, это достаточно, чтобы она пошла воевать. Ну, им никто не помог. Их просто бросили там. Возможно, не пытались помочь, но это просто нереально было. Границу надо было брать. Я слышу эту музыку войны. В разрывах бомб и скрежете металла. В оркестре пушками звучат басы. Им пулемет солирует сначала. И скрипками осколки зазвучат, и барабанной дробью пули лупят, и в унисон сердца солдат стучат, и крики их «Ура!» весь мир разбудят. И этот реквием войны звучит, и режет по-живому перепонки, и кровь ручьями по щекам скользит, и разрывает струны нервов тонких. И стаи белых ангелов кружат над красными цветущими полями. На них солдаты будто мирно спят, укрытые от маков лепестками. Я слышу эту музыку войны, когда звучит орган ракетных залпов. И мины распеваются вдали, срывая с рощ листву зеленых скальпов. И птицы прочь испуганно летят, разносят крик тревожный по планете. И пули у висков солдат свистят, а на войне сидеют даже дети. И этот реквием войны звучит, и режет по-живому перепонки, и кровь ручьями по щекам скользит, и разрывает струны нервов тонких. И стаи белых ангелов кружат над красными цветущими полями. На них солдаты будто мирно спят, укрытые от маков лепестками. Понимаете, помидим, что сегодня день советской армии. Я понял. И военный этот праздник. Этот праздник мы чествуем. Мы его празднуем уже много лет. И он в памяти всех граждан Донбасса. Да, мы шахтеры. Да. Мы просто шахтеры. Да. Но мы любим Францию. Не отдадим. Мы любим это Англию. Это наша земля. Поэтому... Мы не любим вот эту бандеровскую Украину, которая наших детей бомбила, наших родичей поубивала и сколько горя натворила по всему Донбассу. Это больница. Это больница была, блядь. Какой-то медпункт. Нас никто никогда на колени не поставил. Я что, и не поставил. Украина еще долго будет, скажем, выходить из этого пике до тех пор, пока не поймет, что единственное, что может объединить государство Юг и Восток, Восток и Запад, одна идеология, единая идеология, которая объединит 90% всего населения. А когда у одних идеалом является
Бандера и Шухевич, а для других идеалом является, допустим, коммунистический строй, да, да, или по крайней мере, ну просто не являются Бандера и Шухевич героями, а они признанные преступники всем миром, то как можно объединить эту страну? Ее уже не объединишь. В эти дни курсировала паника. Нам все рассказывали, и отцы города, и губернатор, и мэр, все это распространялось о том, что в Донецк едут правосеки с Западной Украины, из Киева, так сказать, устанавливать свою бандеровскую власть. То есть люди боялись, что всех заставят говорить только по-украински, что памятник Ленину на площади снесут и поставят памятник Бандере. В общем, там масса каких-то было неприятных слухов, и Донецк начал как бы готовиться к обороне. Im vergangenen Sommer traf ich Pavel Bubarev, der zu Beginn des Aufstandes Volksgouverneur in Donetsk war. Идея состояла в том, что украинцы – это великий европейский народ, вот, который должен вернуться в семью европейских народов, а проклятые москали этому мешают. Ну и мы, москали Донбасса, тоже у нас 80% русских в Донбассе этнических, мешают им интегрироваться вот в этот Евросоюз. Никто не просчитывал там, выгодно это, невыгодно. Нам просто сказали, в этот европейский дом мы должны прийти, чтобы зажить счастливо. Вот в этом состояла вот идея Евромайдана. И мы ее не поддерживали. И у нас никто не спросил, хотим мы этого или нет. И у нас никто не спросил, хотим мы свергать Януковича или не хотим. И у нас никто не спросил, поддерживаем мы вот этот вооруженный мятеж на Майдане или нет. После того, как переворот произошел, Янукович сбежал, и местная региональная элита нас предала, она не стала, вопреки решению. Вот у нас в Харькове 22 февраля прошел съезд, но на следующий день все, кто там на съезде был, все предали эти решения. И пришлось взять инициативу в руки вот таким активистам, как я. На площади мне была предоставлена легитимность, меня провозгласили народным губернатором, по примеру Алексея Чалова в Севастополе, народный мэр он уже был. И как народный губернатор я возглавил борьбу людей против хунты. Но для нас это поражение, жить в государстве Украины, где у власти люди, которые говорят, что Бандера герой. Говорят, что территория Украины – это часть Европы. Никогда это не было частью Европы. Это всегда была русская цивилизация, Российская империя, СССР. Ну и началась наша борьба. Один народ, одна страна, одна планета. Нас кто-то в темную загнал, в обойму пистолета. Один патрон, душа на всех, мы барабан вращаем. И в русскую рулетку вновь судьбой играем. И пусть летит к чертям все это ваше злато. Бог в правде, а не в золоте, нас соблазнять не надо. Мы души не сдаем, свои не продаем частями. Мы русские душой, и Бог прибудет с нами. Ein Besuch im Восток-батальон, wo wir von Aktivisten im Pressedienst empfangen werden. То мировое устройство, которое последует за крахом модерна, а мы его наблюдаем, этот крах,
Мы живем в эпоху краха модерна, краха капиталистической системы. Оно не является неотвратимым. Я бы сказал, отрадно одно. То, что в большинстве, да, наверное, во всех отрядах, которые сейчас на территории Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики борются против украинской хунты, наблюдается единство красного коммунистического проекта и христианских ценностей. Guten Tag, Toro. Hallo, schönen Abendtag. Wir werden auf Deutsch sprechen. Super. Obwohl Sie Spanier sind. Ja, würdige Spanier. Aber wir haben diese gemeinsame Sprache. Wir sind hier in Donetsk im Bataillon Vostok. Ja. Und bitte erzählen Sie, wie Sie dazu gekommen sind, nach Donetsk und sich dem Bataillon Vostok anzuschließen. Wo dieser Krieg hier anfängt, wurde ich ein bisschen neugierig. Habe mich also informiert, die allgemeinen Medien kennt man ja, was da so behauptet wurde. Aber irgendwie hat mir nicht gepasst, dass die 4 oder 5 größten Zeitungen immer die gleichen Artikel hatten, also wie eine Kopie. Also, und da habe ich also angefangen im Internet ein bisschen nachzuforschen, ob es andere Meinungen gibt, andere Reportagen und so weiter. Was damals in Odessa passiert ist, die wurden also lebendig verbrannt, Nazis, Faschisten, auf alle Art und Weise. Und nach einer Zeit sagte ich, nee, also es geht nicht. Es sitzt eine faschistische Regierung in Kiew und diese Landesteil wollte sie nicht annehmen. Auch mit Recht nicht annehmen. Die sind ja an die Regierung gekommen nach einem Putschanschlag und vor allem diese Fraktion, Faschisten und Nazisten, die es auch öffentlich zugeben. Das hat mir also nicht gepasst, dass unsere europäische Regierung ihre volle Unterstützung geben, nachdem wir selbst in Europa als Nazismus gelitten haben. Und schlagartig werden sie also brüderlich aufgenommen, erhalten alle Unterstützung. Das Problem war, wir haben versucht, die erste Verhandlung von Minsk einzuhalten. Wir haben unsere Position eingehalten und haben ständig Artilleriefeuer erhalten. Ständig, ständig, ständig. Es gibt Stadtviertel, die sind wirklich total belassen. Einige ältere Leute leben immer noch in diesen Stadtvierteln, obwohl alle Geschäfte zu sind. Es gibt nichts mehr, kein Gas, kein fließendes Wasser, leben in der Straße, also im Erdgeschoss, kochen in der Straße mit Holz und so weiter. Bei diesen Stadtvierteln, das sind wirklich also die meisten Richtung Flughafen, sind total zerstört, vollkommen zerstört. Вот. А сейчас это как мертвый поселок. Вот, есть там остановка, как бы она последняя. Это поселок Шахты. Шахта называется Трудовская. Вот. И на этом месте теперь заканчивается проезжая часть. Дальше, в сторону Маринки, уже автобусы, вообще никакие автомобили не ходят. Погода была осенняя, и мы были просто шокированы настоящим. Как мы думали, что это фильм Хичкока. Мы попали в фильм Хичкока, потому что дорога с разделительной полосой, которая уходит в туман, такой серенький, и по этой дороге идут даже не люди, а вот очертания черные людей с сумками, они такие, ну, видно, что они не очень веселые люди, они идут, вот какая-то безрадостность, безнадежность, разочарование, и это так жутко, вот еще музыки не хватало какой-нибудь такой грустной. Как ходили, смотрели, вышел человек, не старый, он так удивился, когда нас увидел, то есть, ух ты! То есть мы поздоровались с ним, вот так. Он на нас смотрел вот такими вот глазами. То есть он не ожидал нас, наверное, увидеть. Вот. Очень много собак бегает. Там бездомных собак. Ein Gespräch mit Herrn Безродным von der Universität Donetsk. В Донецкой области 1,5 миллиона пенсионеров. И все они ощутили массу проблем с получением пенсии, хотя они законно заработали эти пенсии и в свое время платили налоги добросовестно в бюджет Украины. И вот в этой ситуации, понимаете, люди, которые почувствовали, что Украине не нужны, более того, началась фактически блокада, и экономическая, и физическая блокада, когда люди теряют возможность выехать отсюда или въехать сюда. Это все больше и больше отдаляет людей, которые живут на территории ДНР, от Украины.
И поднимаешь ты бесстыжих глаз, страна с потерянной судьбою, и, вырывая сердце, свой Донбасс, ты вскоре попрощаешься с душою. Устроив здесь безумный пир, ты рушишь хрупкие надежды на то, чтобы спасти разбитый мир и с воинов сорвать войны одежды. Попробовал ты вкус донбасской крови, людей кладешь на жертвенный алтарь и заклинания гласишь на украинской мове, как будто заколдованная тварь. То прыгаешь ты в бесноватом танце на спинах посидевших стариков, а то взрываешь женщин и младенцев под крики обезумевших юнцов. Нет, ты не заслуживаешь мира, печален будет твой конец, и к небесам летят глаголы лира, чтоб на тебя терновый пал венец. Im Februar und März 2015, kurz nach dem Minsker Abkommen, hat der Fotograf Erik Vasuler einen Workshop mit Jugendlichen in Donetsk durchgeführt. Wir haben ihn besucht. Так, я как тематика, это я не сам небольшой фанат, но, конечно, мне будет очень приятно, если принесете фотографии ополченцев. Именно из-за того, что они тоже это настоящие мужчины, мне было бы приятно, если это будут хорошие портреты. По-моему, он достаточно известный, этот парень, да, мне кажется. Здесь, вот смотрите внимательно, я вам сказал, что да, в принципе, это вы, вот, это чувствительность, все правильно, 200 на улице, солнце, спичка не обязательно. Да, я узнала очень много нового, я узнала свои ошибки, которые часто допускала, и теперь я работаю над тем, чтобы перестать их делать и улучшить качество своих фотографий. Донецк был очень красивым городом, он за довольно-таки короткое время стал очень красивым, более современным, так, можно сказать, городом практически европейского стандарта. Я даже могу сказать, что он был в каком-то плане даже лучше Киева или Харькова, хоть он и меньше, но если сравнить, он был чище, как-то все было гораздо лучше. А с войной многие новые здания, которые, ну, им было буквально год от силы, их разрушили, аэропорт вообще сравняли с землей. Здания, которые только-только восстановили, тоже разрушили, и это очень грустно. Мне очень нравится, что Эрик ведет с нами эти воркшопы, потому что очень много можно узнать о фотографии, как нужно это делать, как правильно это делать. Он очень хорошо комментирует наши работы, позволяет нам их улучшить, чтобы в итоге мы умели обращаться с техникой и создавать хорошие кадры. Да, мне кажется, что хороший первый шаг. Если эта тематика тебе интересна, как в следующий раз, если есть еще солдаты, хочешь их фотографировать, попробуй сначала общаться с этими людьми. Die Idee dieses Workshops habe ich vor 4 Monaten gehabt, als ich nicht wusste genau, was ich hier in der Ukraine machen konnte, nach dem, was geschah auf Maidan vor einem Jahr. Und da ich schon etwas Erfahrung habe, mit Jugendlichen solchen Workshops zu führen, habe ich plötzlich beschlossen, hierhin zu kommen, um einen Blog, sozusagen einen Foto- und Videoblog zusammen zu machen mit Hilfe von Jugendlichen. In Donetsk war ich schon zum ersten Mal vor 21 Jahren und das letzte Mal vor 2 Jahren, deshalb also kenne ich schon ein bisschen die Gegend. Кроме того, действительно важно провести с детьми беседу о том, чтобы дети не посещали лесополосы, посадки, овраги, то есть те места, в которых могут по-прежнему находиться какие-то
какие-то растяжки от военного времени, потому что, к сожалению, пока у наших стен будут стоять вооруженные силы Украины, у нас будут и травмы, увы, как и детей, так и взрослых. То есть мы все, ну, собственно, имеем такой риск нарваться в любом месте, в том, в котором небезопасно находиться, на растяжку. Ein Treffen mit Erwan Castell, der sich seit 2015 den Aufständischen im Donbass angeschlossen hat. Des événements en Ukraine après le Maïdan qui ont été, je dirais, déclencheurs de mon engagement que vous pouvez constater aujourd'hui. Le premier événement, c'est bien sûr Odessa. Je pense que ça a choqué énormément de gens. Donc le massacre d'Odessa et surtout le traitement médiatique qui en a été fait. C'est-à-dire que dans un pays où, d'une manière légitime, on entretient le souvenir de Oradour-sur-Glane, on a un massacre, bien sûr, qui n'est pas le même dans les proportions et dans le contexte, mais qui est aussi grave dans l'intention génocidaire. Et on s'aperçoit que quelques semaines seulement après ce massacre, en fait, il y a un blackout complet des médias, de l'opinion qui est muselée. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment effarant. Effarant par rapport à la dimension de liberté d'expression qu'on prétend défendre. Et j'ai pris la décision, donc en juin 2014, de faire tout pour rejoindre physiquement le Donbass, pour être sur place, pour mieux témoigner, et si possible, peut-être aider à cette résistance. Je suis arrivé à Donetsk, j'ai découvert cette ville, pareil, d'une beauté irréelle, quand on sait que le front est à 20 minutes en voiture. Cette population stoïque, qui présente vraiment aujourd'hui ce que j'appelle moi une capacité de résilience qui est exceptionnelle, qui en fait d'ailleurs toute sa beauté et sa force à cette population, pouvoir surmonter les difficultés, les coups du destin. Et donc au moment du 4e bataillon, j'étais engagé sur le front à Marinka. Donc ça a été une expérience de combat moderne. J'ai vécu mes premiers gros bombardements aux lance-roquettes multiples, aux obusiers, etc. Donc c'est vrai que c'est une expérience assez intéressante sur le plan militaire. Là, il y a plusieurs hypothèses. Est-ce que ce sont des unités qui sont hors de contrôle du commandement ukrainien, ce qui pour moi me paraît quand même gravissime, mais peu réaliste, puisque une unité hors de contrôle ne pourrait pas... ça serait des bombardements sporadiques. Or là, on voit par exemple sur l'aéroport, Sparta, Pesky ou sur Gorlovka, on voit vraiment qu'il y a une campagne de pression quotidienne. Et ça ne peut être que, ne serait-ce que par rapport à la logistique des munitions, ça ne peut être que agréé et organisé par le commandement. И за наших врагов поднимите бокал. Они сделали нас всех сильнее. Как бы ты в жизни друга узнал, если б враг не помог стать мудрее. Сколько хочешь. Да. Это все шахтеры Донбасса. Это наша родина. Это наша земля. И мы ее защищаем. И никому не отдадим. И ни под чьими праздниками мы жить не будем. У нас свои святые, у них свои святые. У нас свои праздники, у них свои праздники. И мы никогда больше едиными не будем. На планете Земля идет игра. Игра под названием «Жизнь». Люди-боги забыли, кто и когда создал для игры правила. А без правил игра всего лишь война. Война не на жизнь, а на смерть. И воюют народы, и стонет земля, и веками летит в круговерть. Люди, стойте, очнитесь, откройте глаза, посмотрите на свой беспредел. Бог, когда создавал жизнь на земле, Он войны для людей не хотел. Люди, стойте, очнитесь, откройте глаза, мир давно на коленях стоит. И у тысячи бардов с гитарой в руках песня словно молитва звучит. На планете Земля идет игра, игра под названием «Жизнь». Всем народам Земли измениться пора, нам не рабство, свобода нужна. Так давайте же вместе изменим весь мир, уничтожим все зло мы в себе.
И росточком зеленым сквозь адскую пыль прорастет вновь любовь на земле. Люди, стойте, очнитесь, откройте глаза, посмотрите на свой беспредел. Бог, когда создавал жизнь на земле, Он войны для людей не хотел. Люди, стойте, очнитесь, откройте глаза, мир давно на коленях стоит. И у тысячи бардов с гитарой в руках песня словно молитва звучит.